оказался Симикс. Эх, как же надоели эти Лола. Я хочу какую-нибудь другую игрушку. Эх, может быть, Чебурашку? Не. Может быть, крокодила? Не. Пикми-поп! Какой он клёвый! Это же Сквиши! Смотрите! У него такая клёвая мордашка и такая миленькая. Как он классно восстанавливает форму. А я кушать хочу. Что? Не знаю, что-нибудь вкусненькое, вредненькое и прикольненькое. А может быть, тебе картошку? Ага, ага, давай. Это же картошка фри! А, классно, она Сквиши! Ну, скорее, дай же ее мне. Да. А я пить хочу. Что? Не знаю, что-нибудь газированькое. Может быть, колу? Да-да-да-да-да-да-да-да. Кола Сквиши! Скорее, скорее, дай ее мне, Настя, дай. Я снова хочу есть. Хочу есть. Что? Я так голодный вообще у тебя останусь. Может быть, тебе бургер? Да, хочу бургер. Это что? А что такой маленький? Сейчас сделаем. О, какой крутой! Ага, он такой большой. А что у нас тут? Одна булочка, лист капусты, два кусочка колбасы, помидорка, сыр, котлетка и еще одна булочка. Эх, сжать бы его посильнее бы. Какой он огромный и аппетитный, как подушечка. А вам нравится этот бургер? Напишите в комментариях. Ух ты, пух ты. А как я его есть-то буду? А соус-то где? Тебе еще и соус нужен? Да. Ну поливай же. А, как вкусно, ребятки. Как же я сейчас полакомлюсь им. Какой аппетитный бургер. Эх, вот бы такой на завтрак. И на обед, и на ужин. Вот так 3D-сквиши. А тут можно и слои менять. Хочешь колбаску сверху? Хочешь помидорку? Какой же он клёвый, аппетитный. Дай скорее. Ну и зверёк мне попался. Любит покушать. А вы хотите такого же? Сейчас я вас научу его делать. Нам нужна одна распечатка попника. Пикмик. Нам нужна одна распечатка пикми-попс. Один обычный лист, белый. И скотч. И отрезаем скотч. Мы склеили две части и оставили дырочку, чтобы заполнить его. Ребята, вы можете сделать себе такого же пикми-попа. Но вам понравился из моих сквишиков, то у меня их уже двое. И как же мне их прокормить? Так фантазии не хватит. Эх, лучше уж я буду с Лолами играть. Ну, если вам понравилось, то подписывайтесь на мой микс, ставьте пальчики вверх и всем пока!